Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости моего канала «Магия успеха. Второе самопознание». Меня зовут Наталья, кто со мной еще не знаком. Предлагаю окунуться в мысли вашего загаданного человека и посмотрим, что же он думал о вас с самого утра. Вариант будет один, как обычно. Пожалуйста, настраивайтесь на человека, на расклад в целом. Ненужные мысли уберите, пожалуйста, в сторону. Расслабьтесь, руки, ноги не скрещивайте, произнесите имя и дату рождения загаданного человека и внимательно слушайте сигнификацию, описание вашей ситуации чуть-чуть затронем, вообще характеристику человека. Если чувствуете, конечно же, что резонирует, тогда продолжайте смотреть данный расклад. Итак, смотрим, в каких энергиях находится сегодня загаданный вами человек. Трансформация. Болезненно проходит у него эта трансформация. Но человек старается, человек борется. Возможно, даже борется, девочки, со своими пороками. От своих привычек пытается уйти. Здесь человек может реально себе дать установку. Я хочу бросить, ну, да, допустим, кушать на ночь. Ну, я условно, конечно, да. У каждого это будут свои пристрастия, у каждого это будет своя зависимость. И здесь человек пытается, конечно же, победить всю эту историю. С ним что-то произошло, какое-то событие, которое могло перевернуть его жизнь, возможно, на до и после. И человек понимает, что в той ситуации, в которой он находился, как он проживал, это неправильный подход в его жизни. Ну, вот такие вот сегодня энергии очень серьезные, честно говоря. Здесь человек, знаете, говорит словно стоп тому, что мешает ему жить и процветать. Давайте посмотрим в целом, какой этот человек сам он по себе. Но он знает себе цену, девочки. Здесь у человека такие хорошие, хорошее мнение о себе. Даже так могу сказать. Хорошее мнение о себе. Этот человек, он очень эмоциональный, смотрите. И он может действительно привязываться глубоко к кому бы то ни было. Или к чему бы то ни было. Этот человек, конечно же, в любом случае старается достигать все сам самостоятельно. Он много вкладывает усилий для того, чтобы реализовать какие-то свои идеи, задачи. Ну, я не знаю, если, допустим, здесь для человека будет важна карьера, допустим, как один из вариантов, то человек, конечно, будет стараться двигаться по карьерной лестнице. Если человеку важна материальная составляющая, то здесь человек не будет, как говорится, сидеть синим, а он будет двигаться, работать, планировать. Здесь трудоголик, можно сказать. И смотрите, этот человек мог по жизни несколько раз менять профессию. У него даже могла, знаете, прослеживаться такая тенденция. К примеру, я работаю на одном предприятии, я оттуда ушел, но я оттуда вернулся. Такое у него тоже могло прослеживаться. Может быть, несколько раз писал заявление, пытался найти для себя что-то новое, но, возможно, периодически он возвращался к тому, от чего он уходил. Также здесь может касаться отношений с противоположным полом. Женщину он очень тоже высоко ценит, девочки, он их уважает. И самое главное, чтобы рядом с ним находилась женщина, достойная его, да, то есть она была примерно же на его волне, тоже такая же трудолюбивая, ставила перед собой цели, двигалась к этим целям. То есть он должен быть словно на одной волне. Если взгляды расходятся, то человек, как бы ему печально не было, трудно не было, горестно, он может действительно развернуться и уйти в поисках чего-то нового, в надежде, что где-то там ему повезет намного больше. Также человек это творческий, он может часто слушать громко музыку, допустим, как один из вариантов, либо сам владеет игрой на музыкальных инструментах. Здесь человек может сам петь, ну, может быть, не прям поет, да, в душе, может быть, конечно, да, что-то напевает. Он такой весь творческий, позитивный, сам по себе он, конечно же, открытый такой человек, но это, опять-таки, у него будет прослеживаться не всегда, периодически, то есть у него все равно в его таком состоянии
психологическом прослеживается цикличность, понимаете? Он может либо временами прям включать свою какую-то гордыню, да, ну, либо может, ну, как говорится, прийти и принять свои ошибки, попросить прощения. Это ему тоже свойственно, кстати. Это ему тоже свойственно. И сам по себе человек на дне колоды мне еще дают подсказку высшей силы. Он очень мудрый, очень грамотный человек, но по большей части он любит уединение. Возможно, особо не любит шумные компании. Даже если есть эти шумные компании, по рыцарю чаш это может быть такое, да, шумные компании, он все равно, понимаете, он как-то сам по себе. Он может вникать в процессы, да, но у него все равно какой-то другой взгляд, другое видение. Возможно, этот человек всю жизнь ищет какой-то свой путь, свое предназначение. Вот человек, если часто, допустим, к примеру, меняет свой род деятельности, профессию, то, возможно, до сих пор он себя не нашел. Ну, как один из вариантов, да. Вы уже ориентируетесь по своему мужчине, конечно же. Ну и хочется здесь сказать, что этот мужчина, он очень аккуратен, ему очень важно, как он выглядит внешне, безусловно, ему, чтобы он был причесан, чтобы одежда была у него наглажена, он такой, знаете, может быть, дамский угодник, такой, он любит подмигивать, да, позаигрывать, ну, это нормально. Но близко, скорее всего, этот человек все равно особо к себе никого подпускать не будет. Я имею в виду в душу. Здесь вряд ли, потому что все-таки отшельник нам уже это, об этом нам сказал. И еще такой момент, да. Если ваш загаданный человек злоупотребляет горячительными напитками, вот как раз сегодня он может сказать: все, хватит, я больше не хочу это употреблять. Вот такой вот момент, знаете. Хорошо, что между вами? Давайте посмотрим. Что между вами? Немножко раскроем ситуацию. Но здесь у вас есть переживания внутри вашей пары. Много страхов, много чего-то надуманного. И в основном здесь девочки, женщина. Накручивать ситуацию. Смотрите, если вы с этим человеком на сегодняшний день не общаетесь, не коммуницируете, да, то вас очень сильно будет не хватать этому человеку. Потому что вы проходите по Королеве Пентаклей. Королева Пентаклей, она очень самодостаточная и такая с высокой самооценкой женщина. А ранее я уже сказала, что ему очень важно, чтобы женщина была, ну вот, его примерно ранга, его примерно уровня. Вот вы, девочки, такая. То есть он, нам карты здесь сразу показывают, что вы действительно вот подходите под его типаж. Вы продемонстрировали ему свою женскую значимость, гордость. Давайте я так скажу, да. Но те переживания, допустим, которые вы будете проживать, вы вряд ли это человеку покажете, потому что Королева Пентаклей, она немножко скрытная, да, она не будет, как говорится, при встрече выкладывать человеку все, как я там, допустим, ночей не спала и так далее. Нет, вы сдержаны, вы очень сдержаны. Ну, конечно, бывают, возможно, у вас такие периоды, что эмоции берут верх. Но по большей части, девочки, вы сдерживаетесь, вы многое можете человеку не показывать, именно свое душевное состояние. И ему на сегодняшний день вас не хватает. У вас есть притяжение друг к другу, есть чувства, влюбленность. Я не буду говорить сейчас про глубокие чувства, но есть вот влюбленность, то есть вы симпатичны друг другу. Но, скорее всего, в ваших отношениях происходит не совсем все гладко, какие-то надуманные страхи, надуманные переживания у вас присутствуют, и могут они вот действительно вас накрывать словно волной. Вроде бы ничего не предвещало, да, вроде бы жили как жили, все замечательно, все было хорошо, и в какой-то момент резко что-то накатило, да,
я не знаю, может быть, вы что-то почувствовали, да, как-то сердце начало биться более активно, да, то есть иногда бывают у нас такие состояния, когда мы действительно предчувствуем, что что-то должно произойти. И вот как раз-таки у вас действительно что-то произошло, и вы теперь переживаете, либо за этого человека в целом вы переживаете, да, либо за ваши отношения, ну и за себя, девочки, в том числе. Здесь может касаться, знаете, еще такой момент идет финансового аспекта. Я не знаю, если, допустим, вы находитесь в супружеских отношениях, вы могли вложиться куда-то, да, или куда-то потратиться и немного не рассчитали, а как же дальше мы будем жить, да? Вот у вас, знаете, сейчас может быть действительно такое серьезные переживания, а что дальше? Как дальше будем выкарабкиваться? Либо ваш загаданный человек, исходя из каких-то своих привязок, здесь может быть игромания, все что угодно, да? Здесь человек мог действительно как русскую рулетку поставить какую-то энную сумму денег и все проиграть, да? И волей-неволей он вам, возможно, это сообщил, либо вы только догадываетесь, только накручиваете, да? Может быть, на самом деле этого и нет. Смотрите, пожалуйста, по ситуации, да, все-таки, что у вас там происходит. Вас много, я стараюсь немножечко расширить, да, трактовку данных арканов. Поэтому здесь, и еще хочется здесь сказать, что ваши отношения в какой-то степени, они стабильны. И, скорее всего, уже вы уже длительный период общаетесь. Для кого-то, конечно, может проиграться, что это как новое знакомство, да, и вы человеку можете не доверять, исходя из прошлых своих отношений, из прошлого опыта, который был у вас вот с бывшим партнером. Такое здесь тоже может быть. Но особо я здесь... Вот тут еще, знаете, как может проиграться? Одиночество вдвоем, да? Но однозначно вас друг другу не хватает. По разным это причинам, либо поддержки не хватает, да, либо вообще в целом общения не хватает. И, кстати, вы можете по этому поводу, девочки, эмоционировать, если вы не встречаетесь с этим человеком, вы можете эмоционировать и переживать, а вообще мы, у нас связь, контакт восстановится, либо нет. Давайте дальше смотреть. Его мысли о вас с самого утра. Что человек думает о вас с самого утра? Еще, девочки, информация. Этот человек может быть младше вас, потому что вышел паж, а вы королева. То есть он где-то немного перед вами либо по возрасту не дотягивает, как говорится, да, либо по статусу не дотягивает, ну, либо немножко вы его видите как мальчуганом, да. Его мысли о вас с самого утра. Его мысли о вас... Ваши отношения, он считает, что практически не развиваются. Это судьбоносные отношения. И действительно, между вами существует разница. Он это тоже осознает и понимает. Вот это понимание, что между вами есть разница, она его, знаете, грузит. И хорошо грузит. Но по какой-то причине, девочки, здесь человек, вот этот факт, он не сбрасывает со счетов. То есть он это тащит, как говорится, будет тащить еще долго, долго и долго. Но опять, да, нужно понимать, насколько все-таки ему хватит сил. Выдержать вот это вот психологическое немножечко давление, честно говоря. Здесь ваши отношения, они действительно могут быть не одного дня. Если даже вы только-только познакомились, у него уже есть ощущение, что вы в его жизнь пришли надолго. Но есть какие-то сложности, есть какие-то трудности, с которыми, возможно, человек вот прям не может с вами начать какую-то активную
такую партнерскую деятельность, давайте так скажу. Немножко, конечно, выразилась по-деловому, да, не совсем про чувства, ну, потому что я пока особо тут не вижу вот в его мыслях про чувства. Здесь у него все равно идет некое планирование, да, но это планирование, знаете как, он делает шаг вперед и два назад. Может быть, тем самым он усложняет себе жизнь. Понимает он это или не понимает, но, скорее всего, до него уже как-то начинает доходить по иерофанту, да, потому что это для него все равно такой путь общения с вами, в котором он словно, знаете как, чему-то учится, что-то прорабатывает. Если, девочки, вы на него влияете, чтобы реально человек ушел от своих вредных привычек, ну, вам, как говорится, честь и хвала, потому что на самом деле это здорово, когда мы людям помогаем что-то осознать, от чего-то негативного уйти. В принципе, это задача каждого человека помогать другому, быть созидательным, да, в этом мире. Поэтому здесь примерно история идет об этом. Он хотел бы к вам приехать. Давайте так еще скажу. У него были мысли об этом, но он только это планирует. Он не торопится, потому что приезд к вам, если вы на расстоянии находитесь, да, приезд к вам – это необходимо преодолеть много препятствий для того, чтобы объединиться с вами. Здесь могут мешать супружеские отношения, либо ваши, либо его. Либо вообще есть у него в семье, допустим, либо в вашей семье такой человек, ну, от мнения которого ты не можешь отойти в сторону и проигнорировать. Здесь нет. Очень глубокие, кстати, мысли у него с утра. Как-то серьезно, понимаете? Я не вижу здесь вообще, знаете, такое хихи-ха-ха. Обычно, когда мы утром просыпаемся, вот мы делаем настрой на целый день, чтобы настроение было клевое, классное, да, и чтобы энергия у нас била ключом. А у него здесь, наоборот, такое утяжеление. Скорее всего, это действительно может быть связано то, что было накануне с вами произошло. Ранее я уже озвучила, да, либо здесь деньги потеряли, либо какая-то прям кризисная ситуация могла ворваться в ваши отношения. И теперь как это вырулить, ну, немножко непонятно. Человек здесь, кстати, может, ну, если он верующий, да, то он может просить помощи у высших сил. Здесь тоже это имеет место быть. То есть, чтобы, ну, хотя бы облегчить его внутреннее эмоциональное состояние. И это будет, девочки, все касаться, это будет связано с вами, понимаете? Это связано с вами. Вот это его состояние, оно может, вот это вот некий груз, печаль, быть уже долго. Если тем более вы с этим человеком, как говорится, в паузе, в длительной паузе, поверьте, ему здесь непросто. Если человек утром просыпается, и у него такие негативные мысли, давайте, негативные мысли. Он хотел бы, конечно, хотя бы часть, но сбросить с себя, да, груза. Что человек думал о вас в течение дня? Давайте посмотрим. В течение дня. Что человек думал о вас в течение дня? Девочки, он принял, вот так и хочется сказать. Здесь человек осознает и понимает, что какой-то мир, который был у него с вами, прекрасный мир, где вы наслаждались друг другом. Это, знаете, как Эдемский сад, рай. Он закончен, понимаете? Он закончен.
И здесь такое ощущение, что человек не будет ничего предпринимать особо для того, чтобы разрешить эту ситуацию. Потому что здесь выходит девочка императора, а император — это карта статичная. Он двигаться не будет. Он как-то мне сейчас выходит, что, знаете, он словно сейчас хочет набраться сил для того, чтобы, ну, ему как-то хотя бы минимально воспрять духом. Немного. Если действительно ваш человек сейчас пытается уйти от каких-то зависимостей, девочки, а зависимостью можете быть и вы, кстати, то он хотел бы на этом действительно поставить точку. И он сейчас включает всю свою волю, силу духа, характер и пытается выздороветь от той боли внутренней. Десятка жезлов, десятка мечей. Но его накрыло, девочки, честно говоря. Опять-таки, относите это к своей ситуации. Неважно, что могло даже там, что он мог натворить, что могло между вами произойти, поверьте. Это, знаете, как человек... Ну, как заново пытается родиться, словно, понимаете? Воспрять духом. У него есть все-таки большая ответственность. Он это понимает, он это осознает, и ему, знаете, как-то мямлей быть, ну, вообще не пристало. И он должен как можно быстрее восстановить свои силы. Вот так я даже могу сказать сегодня. Мысли о вас, да, девочки, но он восстанавливать себя будет уже без вас. Ему, и чем больше он об этом думает, что рядом вас особо не будет, даже ваша поддержка, если ее не будет, ну просто вы, может быть, находитесь под одной крышей, проживаете, да, и вы его не поддерживаете в каких-то моментах, ему это очень больно, девочки. Но он старается держаться, крепиться и все-таки выводить себя в нужные энергии для того, чтобы дальше двигаться по жизни. У него, кстати, очень-очень может быть много обязательств и ответственности в первую очередь перед своим же родом. Это в первую очередь, потому что иерофант, император, да? Хорошо, что человек будет думать о вас на ночь глядя. Давайте посмотрим. Все-таки, девочки, он о вас мечтает, как ни крути. И злится на то, что он не может вас убрать из своих мыслей. Защищается. Что он только не делает, да? Но он может разное что делать, да? Он, знаете, еще вот на дне колоды мне здесь подсвечивает верховная жрица. Девочки, вы для него до сих пор являетесь женщиной, загадкой, которую он так и не понял, так и не осознал, какая вы есть на самом деле. Единственное, что у него в голове, это, конечно, что вы очень красивы. Безумно красивы. Вы его идеал. Но несмотря на это, что вы его идеал, понимаете, вы у него не выходите из головы. И это реально его подбешивает. Здесь человек может следить за вами в соцсетях, по пажу мечей. Это всегда карта указывает, что человек может тайно, кстати, по верховной жрице, чтобы вообще даже никто не догадался, комар носа, как говорится, не подточил, да, он может где-то выискивать о вас информацию. Но он осторожничает, безусловно. Он осторожничает.
Он понимает, что вы далеки от него, и с каждым днем вы все дальше, дальше и дальше. И это его не радует. Ни на грамм, ни на секундочку. Вы для него, конечно, чаровница. Вы очень мудры. Он это прекрасно понимает и осознает. Он сам мудрый по отшельнику, да? Но вы не просто мудры, а вы сногсшибательно, восхитительны именно как женщина. И вы реально, вы непонятны. Вы завораживающая, и тем более верховная жрица, на ночь глядя, девочки, вы можете ему присниться, да. Можете присниться, прийти ему сегодня во сне. Он будет вас видеть во сне. Ну и даже во сне он будет сопротивляться вам. Будет вам сопротивляться. Отстаивать какие-то свои позиции, отстаивать свои границы. Либо вы, девочки, можете от него защищаться. Это тоже имеет место быть. Если вас человек, к примеру, обидел, то, конечно же, вы будете отстаивать свое право. А так как выходила королева Пентаклей, вы очень самодостаточная женщина, поэтому тут по-другому иначе быть не может. Вы не будете идти по первому зову. Нет. Вам еще нужно будет доказать свою преданность, да, действиями. Королева Пентаклей и Верховная Жрица, ну, здесь вряд ли будет принимать слова просто в воздух. Нет. Давайте посмотрим его главную мысль о вас. Самая главная мысль о вас. Давайте немножечко заглянем. Самая главная мысль о вас. Которая не дает ему покоя. Которая не дает ему покоя. Он хотел бы, девочки, с вами общение. Он хотел бы с вами свидание. И не просто свидание, а любовного свидания, где вы, как два любящих сердца, поднимали бы бокалы за здравие, за счастье, за наполнение в вашей паре. Ну, может быть, без бокалов, конечно, но однозначно здесь человек как-то хотел бы устроить романтик, но он боится. Чего он боится? Он закрывается, он не позволяет, чтобы это свершилось. Но вот какая мысль ему не дает покоя, девочки, а то, что он в вас влюблен, да, и то, что он хочет к вам приехать. Но он себя тормозит очень сильно. У него есть очень сильное желание увидеть вас. Если вы находитесь, как говорится, под одной крышей, то он хотел бы, ну я не знаю, быть таким активным в вашу сторону, и чтобы вы ему не сопротивлялись. Я имею в виду такой близкий контакт, когда встречаются два тела. Ему бы этого хотелось. И это не дает ему покоя. Как это свершить, как это сделать, он не знает. А раз он не знает, значит, он будет накручивать всякие разные ситуации. Если я это сделаю так, она отреагирует вот так, и у нас ничего не получится. Ну, в общем, здесь человек накручивает себя от а до я, и так и не дает выплеску своим эмоциям, выплеску своей энергии. Понимаете? Нету вот этого нужного состояние души и тела. А когда у нас вот идет конкретно застой, естественно, у нас могут по итогу быть какие-то очень мощные, не какие-то, а вот прям мощные просадки во всех сферах нашей жизни. Чем больше здесь человек сопротивляется, чем больше здесь человек закрывается, не позволяет своим эмоциям выйти наружу, признаться в тех же чувствах, девочки, да, ну, скорее всего, где-то все равно тогда у него будет что-то блокироваться. Однозначно. Такой получился сегодня расклад. Пишите, пожалуйста, в комментариях, насколько он с вами резонирует.
Я от души благодарю то, что вы со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставите лайки, пишите такие замечательные, добрые комментарии, пишите свои истории. Девочки, я очень глубоко ценю то, что вы делаете, то, что вы открываетесь. Это очень важно. Когда мы даже прописываем, мы немножко очищаемся, нам становится легче, и с новыми силами мы можем продолжать двигаться по тому пути, по которому нам необходимо идти. Я с вами надолго не прощаюсь. Увидимся в следующих видео. Всего доброго!